Сотрудники окружного управления МВД России провели для старшеклассников 7-й Одинцовской школы мероприятие, приуроченное ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Оно состоялось в первой библиотеке. Школьникам рассказали о понятиях «экстремизм» и «терроризм», в чем они выражаются и какие последствия несут за собой. Показали тематический видеоролик. Полицейские рекомендовали подросткам быть более осмотрительными при выборе компании для общения, а также разъяснили ребятам об административной и уголовной ответственности. В завершении встречи свои навыки и умения в поиске взрывных устройств и взрывчатых веществ продемонстрировала служебная собака.